Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Купите билеты, так, на розыгрыш призов. Это я сделал. Так, собрать еду, а она у меня еще, по-моему, не накопилась, как я могу понимать. Так, точно, не накопилась. Блин, и потратить не могу. Ладно, хорошо, давай посмотрим, что у нас тут за события сегодня. Схватка редких, водная волна и визит важной персоны. Слушай, ну не так много, в принципе, да? Водная волна. Можно мне глянуть, что у нас тут? Так, это уже интересно. Может быть, нам попробовать пройти, победить противников. 9. И это все... Ага. Это все будет у нас с тобой по водным, да? Ладно. Артакантус, Ромалиозавр и Плезиозавр. Победить 9 противников. Блин, подожди. Если мы сейчас с тобой отыграем, тут же сколько? 3 раза надо будет, да? Тогда сделаем немножко по-другому. Гигантский Артакон плюс Архилон. Блин, а вот Плезиозавру нам никак не заменить. Плезиозавру. Ну давай, наверное, тогда его и поставим. Поехали. Значит, 9 противников нужно нам победить. Бакулит. Первый, кто у нас выползает. И, естественно, сразу же мы его отправляем в топку. Минус 1, как говорится. Ждем следующего. Декозавр. Что он будет делать, этот декозавр, а? Я почему-то не удивлен. Я почему-то не удивлен. Давай-ка я, наверное, вот так вот сделаю. Плюс защита. Ага. Он брал себе 2 блока, ребята. Брал 2 блока. То есть здесь есть шанс нам его пробить. Так, давай попробуем атаку, защиту и бонус. Я не удивлен. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Ну, допустим, 4 очка действий ты взял. И опять же ничего не тратит. И опять же ничего не тратит, да? Раз, два, три, четыре. Давай-ка вот так вот посмотрим. Он рано или поздно должен все это слить, что он копит. Ну, не все, конечно, слил. Не все, ну ладно, сейчас попробуем его немножечко прожать. Раз, два, три. Раз, два. Интересно, девки пляшут. А если бы я не взял бы 3 атаки, у тебя бы не было бы, да, 3 защиты? Скорее всего, так. Опять начинаешь копить, что ли, а? Ну давай, посмотрим. 6. 6 бонусных очков. Тратит он 4. 2 у него остается про запас. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот так вот я сделаю. Значит, он сюда половину перекинул, да, получается? Плезиозавр. У него классовое преимущество передо мной. Так, надо будет срочно сейчас поменяться. Угу. Меняемся. Ну что, попробуем сделать вот так и вот так. Нормально. Ну что ты там елозишь? Опять ничего не стал делать, да? Раз, два. Раз, раз. Ну ты посмотри, вот что не возьми. Берешь 3 атаки, он ставит 3 защиты. Хоть ты 5 возьми, он все равно возьмет 5 защиты. Так, ну что, здесь ты, конечно, немножко обделался, паренек, вот что я тебе скажу. Раз, два, раз, два, раз. Да ты серьезно, что ли, ё-моё? Ты уже достал в корень.
И опять ничего не делает. Опять он копит это все. Раз, два. Так, раз, два, три. Вот так попробуем. Ну, наконец-то. Элит Сихтис. Да, если он сейчас звезданет. Ага, 4. Да, ну это хорошо, ребят, нам прилетело. Меняем. 4 он сделал, да? Ну давай, наверное, сделаем так, раз-два. Раз-два. Да ёпарасоте, ну. Все равно ему некуда деваться. Да, он атакует. Он все потратил. Поэтому тут достаточно будет одной атаки. Раз, два. И вот так вот сделаем. Вырубаем. И выходит у нас Геозавр. У него 91 атака. Опять же, он ничего не стал делать, как ты видишь. Раз, два. Вот так вот я попробую. Две защиты. 6. 3 очка действия у него осталось, верно? Верно. Что мы можем сделать? Мы можем сделать с тобой раз, два, три. Раз, два. Вот так вот. Посмотрим. Да я почему-то не удивлен, ребят. Я нисколечко не удивлен. Возьмешь 3 атаки, он сразу же ставит 3 брони. Конечно же, все это сделано специально. Сейчас он ничего не делает. Раз, два, три. Раз, два, три, 4. Давай проверим так. Ну, и чего? Так, опять он тратит 4. Слушай, это уже начинает меня напрягать. 2 очка действия он оставил к себе, да? Раз, два, три. Уже вот так вот я делал специально, ребят. Поехали. Хорошо. Генерия выходит. 88 к атаке. Так, ну тут нам лучше взять уже Архилона на самом-то деле. Или как? Или бомбануть разочек. Так, против этого идет кто у нас хорошо? Угу, понял. Берем тогда вот так вот с тобой. Раз, два, три. Раз, раз. Вот так вот. Так, Генерию мы с тобой подбили. Выползает Лео Плевродон. Как ты видишь, у него классовая, как говорится. Как это назвать-то даже? У нас классовое преимущество, а у него классовая слабость. Так, ну что, давай на... Тогда, наверное, сейчас, подожди секундочку. Раз, два. Три. И вот так вот сделаем, посмотрим. Угу. Гелий Кэпри, он сейчас выходит у нас 20 уровня. 260 к атаке. Интересно, он если сейчас. Естественно, друзья мои, если он сливает все, то это однозначно, что он знал. Получается, что он просто знал, сколько чего у нас. Раз, два, три. Давай так, проверим. Че, он на этого все оставил? На кранозавра? На кранозавра, да? Хорошо, сейчас он все потратит. Интересно, а мы с тобой по... А мне терять нечего, ребят. Поехали. Все, крышка. Длинные, долгие бои, потому что все, ребята, аккуратничаем. По-другому просто тут никак нельзя. Надо очень аккуратно рассчитывать свои силы. Ну что, мы победили. Семьдесят ДНК.
И еще, как ты видишь, у нас два поединка впереди. Пам-пам-пам. Что будем делать? Ну, поехали, берем Артакантуса, Ромалиозавра и Плезиозавр. Ну, без него просто никуда, ребят. Опять будем очень-очень аккуратненько играть. Так, Плезиозавр у нас первым появляется. У нас, как видишь, блин, не очень хорошо тут все получается вообще. Давай возьмем Ромалиозавра. Ну, я так и думал, что атаковать он не будет. Окей. Давай посмотрим, что он дальше сделает. Опять ничего. Давай дальше. Будем с тобой сейчас стакать на атаку. И опять ничего. Давай, 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 я буду ждать. Я буду ждать. Вот, наконец-то. Какое-то движение. Раз, два. Тут по полной. И вот тут так. Иди-ка отсюда погуляй. Выходит следующий у нас Анхапристис. Надо же. Три. Так, три удара он сделал, да? Получается, что раз, два. Раз, два, три. Раз, два, три. Вот так я сделаю. У этого, я не знаю, ребят, классовое преимущество перед нами или нет, не помню. Сейчас посмотрим. Да. Классовое. Значит, нам нужно будет поменяться на... На кого бы нам поменяться-то? Сейчас посмотрим, ребят. Плезиозавр, да? Ну что, нужно сделать нам, получается, три атаки. Ну что, друзья, опять игра вылетела. Прям во время битвы. Я уже даже забыл, что тут нужно сделать, потому что... Так, смотрим. А, я хотел поменяться. Только есть ли смысл? Так, против этих у нас раковина, да? Значит, скорее всего, нету. Попробуем так добить. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два. Вот так вот. Отлично. А, мы не успеваем, ребят. Не хватает нам. Урона не хватило. Ладно, смотрим, что он будет делать. Угу. Он потратил одну очку действий, да? Два. Два очка действий. Раз, два, три. Раз, два, раз. Вот так вот. Замечательно. Ну что, выходит следующий у нас Алласмозавр. Как обычно, он ничего не делает. Мы тоже ничего не делаем. Сделаем вот так вот. И в бонусы. Так, 6 очков действий у него. Так, остается 2. Так как он 4 потратил, значит, здесь следующим образом делаем. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два. Окей, пробиваем. Так, следующий у нас Мегалодон. Так, Мегалодон ничего не стал делать абсолютно. Так, а нам нужно с тобой посмотреть по классификации вот этот. Ага, значит, Артакантуса нужно брать. Ну что ж, берем Артакантуса. Раз, два, три, четыре. И бонус. Вырубаем. Смотрим. Так, 63 к атаке.
6? Серьезно? Он уже пошел по крупным, друзья. Значит так, мы с тобой переключаемся. Так, против водной идет кто у нас? Ага. Ромалиозавр опять нам нужен, получается, да? Ромалиозавр. Берем его. Тут проносим две атаки. И вот так вот. Ну что же, он все, ребята, слил. У него сейчас опять же будет 4 действия всего лишь. И что-то мне подсказывает, что он ничего не будет... Нет, делает. Как-то отчаянно он дерется, если честно. Раз-два, раз-два, раз. Иди отсюда. Так, опять мегалодон выходит. И остается докозавр у него. Так, мегалодон ничегошеньки не стал делать. Раз, два, три. Раз, два. Вот так я хочу сделать. Ну. Трешечку, да, сливает? Трешечку сливает, три остается у него. Значит, нам нужно сделать с тобой 4 атаки. И вот так. Ну что, сейчас выходит, естественно, докозавр. Классовое преимущество у него. Наверняка уничтожит он мне ромалиозавра. Ну, а мы, соответственно, уничтожаем его. Давай, Артакантус, выходи. Все, ребят, добиваем. Но нам нужно еще один поединок как-то отвоевать. Один поединок. Вроде кажется... А чего там один поединок? А все зависит от того, как будет все разыграно. Да еще если бы игра не вылетала во время битвы. Так, сколько стоит 60? Беру. Беру. Артакантус мне нужен. Ромалиозавр тоже нужен. Раз, два. И плезиозавр. Просто по-другому никак. Без этих ребят я ничего не смогу сделать. Ну что же, отлично. У нас идет классовое преимущество сразу же. На двоих. Поэтому вырубаем этого. Так, минус один. Уже хорошо, ребят. Так, вот здесь нужно будет уже подготовиться. Сразу же. Короче, делаем вот так вот. Надо будет посмотреть классовое превосходство перед вот этим вот динозавром. И будем уже с тобой отсюда делать выводы. Так, он все тратит. У нас 5 очков действий. Я, естественно, сейчас смотрю, кто. Так, ага. Ромалиозавр. У него преимущество. Сразу же меняем. Делаем атаку. Раз, два. И вот так вот. Твою дивизию, ну как так-то? Хорошо, терпим, смотрим. Он опять ничего не стал делать. Раз, два, три. Раз, два, три. Посмотрим, что он на это скажет. Ну давай ты уже ходи. Так, получается, у него 2 очка действия остается, да? Раз, два, три. Раз, раз, два, три. Вот так вот сделаем. Да чтоб тебя ты... Ты заколебал, серьезно тебе говорю, а? Блин, все аккуратненько, а? Ну что, мне 4 атаки, что ли, сливать? Для того, что... 100% сейчас вот... Нет. Раз, два, три. Раз, два, раз, два. Сейчас посмотрим. Наконец-то. Так, давай, выходи сюда. Прогнатодон. Угу. Без атаки, да, решил? Даже не знаю, что. Раз, два, три.
Раз, два, три. Давай так вот попробуем. Будем аккуратничать. Нам, ребят, не нужны вот эти выпендрежи. Они ни к чему. Отлично, хорошо. Он сливает львиную долю своих очков действий. То есть нам нужно с тобой сейчас сделать следующим образом. Раз, два. Раз, два. Раз, два, три. Окей. Выходит мегаладуша. У него 79 к атаке. Но нам уже подготавливаться нужно к следующему противнику. Поэтому, ребят, аккуратненько. Так, одну очку действий он себе оставил. Верно? Верно. Давай смотреть. Так, здесь нам нужны пещерники. Берем с собой Артакантуса. Придется сделать три атаки. Два очка действия бонусных и одну защиту. Хорошо. Ждем следующего. Леоплеврадон. Вот так вот. Давай, Олух, посмотрим. Угу. Сразу идет в атаку. Мы сразу готовимся к следующему. Следующий у нас так. Кто против тебя? Ага, ромализавр идет хорошо, да? Ну что же. Раз, два, три. Раз, два. Сейчас посмотрим. 70 к атаке. Угу. Вряд ли он будет все сливать. Хотя, кто его знает. Ему же терять нечего, не начинает тут сам видишь, чудить по полной программе. А нам уже опять нужно готовиться к следующему. Следующий у нас идет. Ага, пещерник нужен. Меняем. Раз, два, три. Раз, два. Как-то так. Лептоклеит. Но у него атака маленькая, 45 всего лишь. Причем их тут двое. Так что можно расслабиться. Видишь, что он творит? Так, два очка 10 он оставил, да? Раз, два, три. Раз, два. Вот так вот сделаем. Вырубаем. Оу, щит, вот это я, ребята, просчитался. Какой врубаем? Блин. Раз, два, три. Раз, два, три. Давай так попробуем. Что-то я лопухнулся. Ну, 45 атаки для нас это не критично, согласись. Раз, два, три, четыре. Ой-ой-ой-ой, что это я наделал-то? Ё-мо, шесть. Зачем я столько защ... Угу. Три очка действия за ним остается. Раз, два, три, четыре. Ну, давай я вот так сделаю. Давай следующего своего друга на лептоклейда вышел. Ничегошеньки не стал делать. Так, 6. 6 очков действий у него. 3 остается, да, за ним. Ну что же, 4 атаки тогда ему делаем. Вырубаем. Раз, два, три, 4. И вот так вот. Хорошо. О, да что ж такое-то? Почему я... Чё я так плохо просчитываю-то, а? Ну-ка, давай вот так попробуем. Так, 5 очков действий у него. Что он сейчас из них будет тратить? Нормально. В ноль. 2 остается у него, да? Короче, делаем раз, два, три. Раз, два. В любом случае, сейчас этот уничтожает мне Артакантуса.
просто при любом раскладе он его уничтожит, как ни крути. Ну а дальше ты знаешь, что мы сделаем. Молодец, все. Ну а дальше мы с тобой делаем, что должны. Да, друзья мои, надеюсь, я вас не утомил своей осторожностью, аккуратностью, но по-другому здесь не выиграешь. Нахрапом тут не прокатит. Так что лучше аккуратненько, но зато, как говорится, достойно. Так, давай посмотрим, что нам выпадет здесь. Так, что-то... Ох, друзья мои, легендарная Шуннозавр. Слушай, насколько я помню, у меня такого динозавра не было. Шуннозавр. Но зато я видел его. Так, давай-ка мы с тобой все это дело закроем. Оу, здесь у нас уже созрели паки. Тогда и рекламу сразу возьмем. Раз уж такое дело. Ага, рекламной пока нет. Забираем здесь награды. Раз, два, три, четыре. Так, принять ПВП-шку, собрать моды. Давай-ка моды соберем. Моды соберем за что? За доллары? Нет, не за доллары, за еду. Так, Дельта, дай мне что-нибудь хорошенькое. Только давай, игра, пожалуйста, не вылетай. Уже и так три раза влетала. Кровожадность увеличивает урон на 15%. Допустим. Давай дальше. Дальше нам достается вмешательство. Отключает мод вражеского существа. Ну, в принципе, это хороший мод. Забрали. Здесь-то у нас что, созрело, нет? Нет. Не созрело, жаль. Продолжаем, продолжаем. Здесь что у нас? Кстати, а почему вот это закрыто? В плане закрыто. Раньше было открыто, теперь закрыто. Где у нас Шуннозавр? Будьте добры мне его. Вот он. Да, ребята, это новый динозавр. Как ты понимаешь, это травоядный. Травоядные, в принципе, нам нужны. Но рептилии, мне кажется, все-таки нам нужны больше. Так, а почему я вот эту... А, ну ясно, у нас же инкубатор-то занят, и я ничего не могу сейчас все равно сделать. Надо будет скрещивать его. И потом надо будет еще одного нундагозавра вывести. 4600, не хватает малька буквально. И сделать уже ему 30 уровнем. Че, он уже засиделся здесь. Так, дальше идем на события и смотрим, что у нас тут. Супер редкий, так и визит важной персоны. Давай-ка схватка редких. Почему бы и нет? Спинозавр, велоцираптор, капразух. Так, ну здесь мы, наверное, сделаем следующим образом. Нет. Берем с тобой капразуха сюда. А что нам сюда взять против вот этого велоцираптора? Я могу, конечно, вот этого еще взять капразуха, но зачем? Надо взять, наверное, велоцираптора. Блин, тут еще нужно летающего взять обязательно против капразуха. Тропеогоптера, ну это слишком для них шикарно. Ладно, возьмем его одного. Хотя нет. Или да. Ладно, пускай так остается. И возьмем, к примеру, аэротитана. Нет, кетсу возьму. Все-таки аэротитана, да? Давай вот так вот сделаем, ребят. Была, не была. Я думаю, что тропеогоптер. А он тут один совсем не справится. Ну что, капразух. Со своей минимальной атакой. Ну а что поделать. Так, спинозавр сейчас будет злиться. О, даже как. Хорошо. Проверим. Три очка действия у него. Меняет на капразуха.
Это, с одной стороны, хорошо. Почему? Потому что сейчас тропиогоптер его, естественно, уничтожит. Меняем. Раз, два. Раз. Ай, как хорошо-то. Ну что, дальше там выходит кто? Велоцираптор, 211 к атаке. Ух. Ну, понимаешь, да, что тропиогоптеру крышка. Да ладно. Прикинь, дурачок, он не стал даже ничего делать. Он даже ничего не стал делать. Ну, давай я вот так вот сделаю. 4 к атаке. Да, ему крышка. Так, и появляется спинозавр. 177 к атаке. Сколько у тебя там очков действий? 6. Ну, при раскладе ты, конечно, сейчас уничтожишь. Ну, а мне остается только все сливать в капразуха. И, соответственно, уничтожаем мы с тобой спинозавра. Погнали. В общем, первый поединок нормально у нас получился. Но до финала еще, как говорится, 2 поединка. Так что ждем. Давай дальше. Показывай мне. Потихоньку будем ДНК с тобой копить. Сколько там нужно? 4600, да, на этого нундагозавра. Значит так, стегоцератопс, метриоринг и джетс. Блин. Оу, щит. Что делаем? Ну, стегоцератопса возьму. Нет, подожди, надо не так делать. Возьмем велоцираптора, стегоцератопса и... Такое ощущение, что нужно еще брать одного стегоцератопса. Наверное, так и сделаем, ребят. Попробуем вот такой командой. Так, я сразу на... Блин, если я сразу буду атаковать, он переключится на этого, да? А у нас все равно выбора нет. Давай, влупляем. Окей, смотрим. Он будет меняться, скорее всего, на метриоринка. Ну, я так и думал. И атакует еще, да? Нет? Хорошо. Давай-ка мы тоже замену сделаем. И поставлю защиту. Вот он что делает. Так, ну что, мы его добиваем. На тебе. Стегоцератопс. Понятное дело, 2 атаки ему надо потратить. Мы его сейчас хрум-хрум. Верно? Верно. Раз-два. Раз-два. И остается джетс. У него 260 к атаке. 5 очков действий. Ну и посмотрим, что он... О, все, ребята. Он больше... Больше всего очков слил. У него всего одно остается в запасе. А у нас классовое преимущество, как ты видишь. И очень много очков действий. Так что все. Тут очень даже хорошо у нас получилось, ребят. Я, в принципе, доволен. Но впереди еще один поединок, последний. И там наверняка будет сейчас много хищников. А у меня против хищников, к сожалению, ничего нету. Я не подготовлен. Смотрим. Так, анкилозавр. Слушай, нет. Как ни странно, у него 2 травоядника идет здесь. И спинозавр. Ну, против спинозавра понятно. Я возьму капразуха. Наверное, да? Тут-то как нам сделать? Нам придется, наверное, брать велоцираптора. Анкилодока. Подожди. Капразуха и анкилодока. Вот так вот. В принципе, я думаю, что должны победить. Друзья, должны победить. Постараться можно. Поехали. Начнем сразу же с атаки. Интересно, он будет брать спинозавра? Скорее всего, да. Угу, взял. Выбора он мне не оставляет, понятное дело. Беру сразу бонус.
Интересно, рискнет он меня? Нет, не рискнул, прикинь. Он переключился на суперзавра. Так, давай-ка, родной, выходи. Сейчас нам надо его уничтожить. Ай-яй-яй, 38 хп мы ему оставили. Твою ж дивизию. Неужели сейчас пробьет? Угу. Пробил, ребят, пробил. Ну, тут понятно, что мы его уничтожим сейчас. Но нам надо, знаешь, как сделать? Блин, я даже не знаю. Давай атакуем, наверное. Уже поздно. Вот так вот сделаем. Так, ну что, выползает опять травоядник. Все, хорошо, ребят. Он нас не пробил. Здесь делаем замену. Раз-два. Раз-два. Три. Блин, недобитыш получается. Ё-моё, недобитыш. Ну, в любом случае, даже если... Ах, вот так вот ты решил. Чё, крышка, что ли, нам? Нет, выжили. Тогда крышка ему получается. Раз, два, три. На всякий случай четыре. Проверим. Ну да. Спинозавр минус. Вылезает анкилозавр. Сколько там у тебя? Что будет делать? Все, выиграли мы. Потому что, ну, Капразух сейчас, естественно, добьет. У меня еще три дополнительных очка действий. Итого 7 у нас будет. И если я все это сливаю в атаку, при его 47 здоровье, просто в хламину его выносим. Все, друзья. События, по-моему, прошли, да? Я ведь ничего не путаю. Да. Колесо призов. Только не надо вылетать, пожалуйста, игруха. И это пастозух. Ну что же, у нас остается последний. Это визит важной персоны. Давай глянем хоть что здесь. Гриппозух. Угу. Не, ну в принципе можно заморочиться, да, ребят. Давай я рискну. У меня нундагозавр есть. Нундагозавр есть. Акроконтозавр. Но у него гриппозух. Деплотатора тратить здесь что-то вот не особо есть желание у меня. Давай я все-таки, наверное, сделаю так. Эдю Морфодона возьму и, наверное, Тапиелозавра. Нет, лучше даже не Тапиелозавра, а Пеликанептерикса. Поехали. Надо посмотреть, ну... Не знаю, сколько нам дадут там очков доверия, столько дадут. Ну что, сразу атакуем или как? Или бонус берем? Давай, наверное, сразу бомбить. Он, наверное, тоже пропишет сейчас. Меняет. О-о-о-о, гриппозух, тихо. Прикинь, не побоялся же, а? И не побоялся же, а? Гаденыш такой. Ну-ка, влупи ему. Опять будет меняться, что ли? А смысл ему меняться? Блин, есть. Есть, ребят, смысл ему меняться? Пам-пам-пам. Ну и что прикажешь делать? Сразу в атаку идти. Твою налево, выбор невелик, ребят. Выбор невелик, короче, делаю вот так вот. Подставляюсь, одним словом. Ага.
в принципе, это я и хотел, чтобы он сделал. Да, пришлось пожертвовать. Ну а что сделать, ребят? Он все слил, абсолютно все. У него 1368 здоровья. Ой, куда так много-то, блин, ну зачем? Ну ё-моё, ну твою налево. Куда ж ты так много-то, а? Протратил. Его там надо было-то добить чуть-чуть. Ну что, велосираптор? Меняет. Это ты хорошо сделал. Это ты прям отлично сделал. Ну что, наше дело маленькое. Просто взять и ушатать вот этого гриппозуха. Раз, два, три, четыре. Раз, два. И вот так. Так, это сколько он взял себе очков-то там, ё-моё. Хватит ли у меня биться-то? Ой, друзья, по-моему, нет. По-моему, нам крышка, он сейчас все сливать будет. Крышка нам. Вот так вот бывает в проигрыше. Ну, друзья мои, я что? Я не этот, не пророк, я не знаю, что он там будет делать. Какие у него там действия будут. Можно попробовать еще. Можно было бы, конечно, через деплотаторы все это сделать. И вышло бы, как ты понимаешь, все намного проще. Намного проще. Таникалагриус. Ну и Эдиоморфодона. Вот сейчас смотри, как будет быстрый-быстрый разбор полетов. Я бы даже сказал, практически моментальный. Наносим ему 876 урона. Тут он сразу обделался. Он не знает, что ему делать. То ли вызывать этого, естественно, этого гриппозуха. Гриппозух в шоке. Это и понятное дело. Мы с тобой берем бонус. Все, все, он потерялся. Он начинает мельтешить, короче. Атаковать, естественно, он не рискует. А зачем ему атаковать? Атаковать не нужно, ему невыгодно атаковать. Валим. Нет, не валим, ребята. Не получилось у нас. Ничего страшного. Сливает. Но не все. Одно очко действий у него есть, ребят. Поэтому что делаем? Переключаемся сюда. Делаем с тобой одну атаку. И две защиты. Что-то я думал, что мы его сейчас завалим, если честно. Меняет. Так, ну что, нам нужно с этим заканчивать. Он уже слишком тут приборзел, я смотрю. Ну что, все на слив тогда получается. Поехали. Так, велосираптор. Неужели все будет сливать, скорее всего? Этого ему хватит, да? Этого ему хватило. Ну что, давай, родной. Нам осталось чуть-чуть. Иди отсюда. Блин, опять я поставался. С какой иди отсюда? Сейчас он все слил абсолютно, да? Он абсолютно все слил. Поэтому давай его добивать. Так, пробить он меня не сможет. Две защиты у меня есть. Ну все, ребят, добиваем. 80 здоровья, я думаю, что деплотатор сможет его прокусить. Как-то так. Но опять же, было все-таки, ребята, немножко потно. Потому что мы двоих с собой потеряли. Ну ничего страшного. Сейчас будем дальше отыгрываться. Посмотрим, кто у нас будет следующим на подходе.
Давай смотреть. Тираннозавра 2 штуки плюс Дарвианоптер. Трындец какой-то. Дарвианоптер еще. Ну, против Дарвианоптера кто нам нужен? Хм, а у нас нету. Кто бы нам нужен был? Да, хитро. Слушай, а у меня вообще что ли получается никого? А, Анкилодок у нас уже отыграл свое. То есть мне, если брать Раджастигу, кого тут лучше взять-то? Диплотатор, например, да? Возьмем, блин, вот этот вот бесевый. Возьмем Диплотатор тогда. После него мы возьмем Раджастигу, наверное, да? Ну давай возьмем Раджастигу и Тапиелозавра. Вот такая команда будет. Попробуем, я не уверен, конечно, блин, два тираннозавра этих мощных. Просто мощных. Давай сделаем первую атаку. Сейчас, наверное, меняется на этого, да? Точно меняется, ребята. 929. Дарвиноптер. Трындец. Да офигеть, у него даже так, ребята, получается 616 к атаке. Мне его никак не пробить. Нет, ну если какая-то, я не знаю, там... Вот так только если... Угу, он тоже ничего не стал делать. Давай дальше. Испытывать судьбу. Ну, ты понял, да? Испытали, блин, судьбу. Ну, тут мы с тобой уже не пройдем, понятное дело. Просто нет, невозможно. Это просто невозможно, ребята. Дарвиноптеры всякие. Завтра, если я приду с работы и успею, ребята, зайти до отката этого события, то, поверь мне, я его пройду. Ну, что? Да ну, не получается, ребят. Тираннозавры прокачанные по полной программе. 40 уровень, это максималка, понимаешь? Еще вот этот вот. Был бы у меня Анкилодок, мы бы разорвали бы здесь все и всех. Но сегодня у нас не получается. Не наш день, потому что мы потратили с тобой на бегство очень много динозавров. Хотя на бегство мы с тобой потратили, по-моему... Слушай, а действительно, если мы на бегстве потратили с тобой водоплавающих, то с какого перепуга у меня Анкилодок вообще, ребята, не присутствовал здесь в поединке? Почему он у меня в откате? Где его? Продинамил. Ладно, не имеет значения, ребят. Завтра, я еще раз повторяю, если я успею, то с работы приду и мы пройдем с тобой. Конечно, 1000 очков доверия, может быть, нам не дадут, но хотя бы там 300-500 было бы получить неплохо. Так, что нам еще нужно для ежедневки? Так, ПВПшка и Канозойская эра. Как раз мы с тобой это сейчас и сделаем. Канозойская эра, раз, два. Поехали. По-быстренькому здесь разберем и будем закругляться. Ну давай, что ты там думаешь? Ух ты. Эндрикотерий прокачанный, ну почти, ребят, по полной программе. Ого. А по атаке-то он не кисло, ребят, бомбашит. Я, наверное, все-таки пропишу.
Угу. Будет ли он менять на пещерников? Скорее всего, будет. Тут, кстати, что-то команда уж чересчур лютая вышла. Неужели поменяет? Министотерия, наверное, возьмет, да? Нет, атакует. Атакует. Так, кто у нас против пещерников хорошо заходит? Ага, понял. Тогда добиваем. Так, Мегистокурус. У него слабость классовая перед нами. Ну что ты там елозишь-то, а? Не стал атаковать, все, я понял тебя. Я тебя прекрасно понял, парень. Сейчас будем смотреть, что он будет вытворять. Сколько сливать, сколько чего что. Четыре, всю атаку слил. Ну, все очки действия, да, получается? Окей. Так, мамонт. Бомби тогда ему, так. В топку его. Отлично. Давайте следующего. Эриматери, 519 к атаке. Две в любом случае он сливает. О, 4 сливает, все. Тут наша победа, друзья. Давай, по полной программе ему. Все, великолепно. Ну что, мы прошли с тобой ПВПшку, да, плюс еще сразились разными животными с канозуйской эры. Сейчас мы с тобой забираем награду. И еще рулетка у нас. Приз любителя. Что нам здесь достанется? Слушай, 400 очков доверия, я думаю, что это неплохо. Пригодится. Так, и еще разок. Ну что, куртанем? Так, что же нам тут достанется? Деньги. А, нет, еда. Я уже думал, сейчас вылетит. Такое затишье было небольшое. Ну и остатки наши, как говорится, наград забираем. Плюс пак. Ох ты, ДНК. Ребята, кстати, можем поставить нондогазавра. Выводится как раз то, что я хотел. Плюс 95 очков доверий. Ну, вроде бы как неплохо, да? Поиграли. Значит, что я хотел? Я хотел вывести еще одного нондогазавра. Где он у нас? Вот он. Чтобы у нас был уже с тобой 30 уровня. И мы себя чувствовали более-менее комфортно. Так, тираннозаврик, скафагнат. В общем, нормально все у нас. Ну что, друзья, а на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!